А сейчас мы пройдем очень интересную волшебную мелодию, которая бодрит и перезагружает. Она играется из двух частей. Первая часть. Левая рука постоянно бьет по одному лепестку, правая чередует вот эти три лепестка. И первым бьет правая рука. Теперь вторая часть. Левая рука будет бить всегда по этому лепестку, правая будет чередовать вот эти лепестки. Первая бьет правая. И теперь соединяем. Немножко ускорились по желанию.